Что, всем привет, всем привет! Вы снова на нашем канале, вы снова на нашем мукбанге. Сегодня помню, у нас называть. Мясной рулет! И мясной мерковай. Да. Я вообще ничего не сказал. Мы готовили сегодня с гречечкой, с гречей. Мы готовили. Я хочу рулетик. Давай сразу рулет. Сами. Рулет это Паша и грибочки. Тут еще есть немножко. А что мне макач? Попробую мясной рулет. Я думала, ты хочешь сказать, как вкусно. Вкусно, правильно. Давай нам сачок по бокальчику. Сейчас. Так, мы снова экспериментируем. Угу. Съедаем. Хвой. Вообще очень вкусно. Угу. Готовить очень легко. Рецепт будет. В описании видеорецепт будет во влоге и в инстаграме. Все, допилим. Такая сочненько. Угу. У нас зима. Причем такая конкретная зима. Выпало очень много снега. Всю ночь мело. Угу. Да, я свинчу. Зимой такой погоды не было. Пока я не забыла. Я еще заметила такую фишку, что когда вы говорите, что я типа всех там перебиваю. Или как там говорили. Ну, в общем. Создаешь напряжение вообще. Короче, напряжение, да. Еще есть такая вещь, я когда монтирую, я замечаю, у меня получается, что микрофон, я располагаю его к себе ближе. И, в принципе, к микрофону я сижу ближе намного, нежели Артём. И Артём, он еще дальше его туда себе цепляет. Вот, поэтому меня на камере слышно, скажем так, четче. И, допустим, когда мы с ним разговариваем, кажется, что я... я, например, вот мы с ним разговариваем. Кричишь, что ли? Да, как будто бы я говорю громче, тем самым, да, заглушая его, и от этого создается такой эффект. Говори, говори сейчас. Да. Говори, говори. Вот я как раз на телефон помог маме помочь сказать. Угу. Вот, чтобы вы это тоже учитывали. Понимаете? Я вот люблю. А где помогает мне чистить грибы? Вообще мне понравилось. Мне понравилось. Мне тоже понравилось. Угу. Грибочки и мясо вообще. Да. Зачетно, зачетно. Мне тоже. Галечки, это вкусно, да. Пока не забыла. Вкусная вам. Зеленушка. Почему ты сладкий? Для красоты. Правда, Галюша? Я? Да, уже ничего не было. Ты? Этот салат называется дуэт. А я не сказала. Ты сейчас придумал? Нет. Просто часто вы спрашиваете, я не забываю отдельно. Я же говорю. Правильно. Пока не забыла. Я скажу, а если вы посмотрите это на мукбанге и увидите, что когда я брала,
на костю и приготовлю все здесь на соус. Дима. Плачем, плачем. Давай. У тебя нету задумки. Сегодня у нас кто в игре? Кто? Радуга. Рейнбоу Дэш. Рейнбоу Дэш. Это гречка, такой интересный продукт. Его можно даже просто с маслом и с солью кушать, и он уже будет вкусным. Нет, он соленый будет. Да, еще на молоке с сахаром тоже прикольно. Сладкая гречка мне не нравится. У меня почему-то восприятие, что гречка это что-то с мясом, либо как гарнир. Ну и сладкая. Что-то на копченое или еще на что-нибудь, на приправку, или, например, на лук. Напоминаю, что... Да? Сказал? Напоминаю, что в субботу вечером мы планируем выйти в эфир с роллами, поэтому подключайтесь, будем беседовать. Кстати, я записалась к ортодонту. Я не знаю, что мне делать. Держать пальцы, кулаки. Я надеюсь, они сказали, что пока они планируют 13-го открываться. Ну, то есть стоматология сейчас работает, но из-за каникул именно узкие специалисты не работали. Ну, я вот говорила, что мне отменили запись. Вот. И что-то меня сподвигло сегодня позвонить, узнать вообще, что у них там, какие планы. Мне сказали, что они уже ведут запись на 13-е, но если что, позвонят, если отменится. Но я надеюсь. Кто? Козлёнок? Ты не ягнёнок? Мама у нас ягодица. Ягнёнгица. Ягодица? Да. Это мой козлёнок. Рулет чрезвычайно вкусный, поэтому он быстро кончается. Еще есть кусочек. Еще есть? Кусочек. Не рулет, кусочек. Он просто сюда не влез. Не, реально рулет зашел. Как-то я на него сильно не рассчитывала, но он оказался вкусненьким. Это можно сравнить с котлетой. А, да, вот пошла котлета фаршировала. Да. Так, у нас завтра что, четверг? Кстати, да. Так, а где кетчуп? Что нас ждет завтра? Потому что я сам не знаю, что мы готовим. Давайте это будет такой, ну не то, что это сюрприз, но это будет не домашний мукбанг. В смысле, мы будем дома, но еда будет не домашней. Да. Можете подгадывать, как вы думаете, что, какая будет у нас доставка. Ну, вы знаете, что у нас завтра будет. Да, договорились, завтра нам должны привезти. Ну, если все получится, то будет завтра. Мукбанг. Мукбанг, да. Подсказка вот в этой вилке. Не знаю. Может, я ложку дать? Ну. Так как у нас... Переходим на тяжелую артиллерию. Да. Они не могут есть вилкой. У меня вроде получается, я что съела. Перешли на ложки, потому что вся гречка уже на полу, кур у нас нету, чтобы склевать. Поэтому перешли на ложки. Что-то... Весь рулет съели. Кто бы мог подумать. Но нет, как мне вилку дала. Вот же твоя вилка. А вообще просто так. На собеседование я так не сходила.
Потому что они мне написали сообщение. И когда можно прийти на собеседование, чтобы, ну, точнее, день. Я позвонила на этот номер, они не взяли. Я им сама написала сообщение. И ускорить. Да. Ну, пока они не отвечали. Ну, хотя приглашение на собеседование они сами мне написали. И на сколько? Может, пока я думала, они уже нашли человека. Я наелся. Наелся? Угу. Наелся. Два еды. Будешь это? Травушка. С аппетитом, у меня действительно все хорошо. А с метаболизмом? Еще лучше. Мне все калории в тепло уходят. Что-то мне на сожаление не замерзло. У кого-то в жире, у тебя тепло, по-моему. Нет, просто я активна. Ты смеешься? Типа смешно? Какие еще калории? Смешное слово. Ой, прям, смотрите, подъедаем в этот раз. Все, даем до конца гречку. Кстати, этот сок допиваем, но, наверное, больше яблочный не будем, да, брать? Да, ты такой кисловатый сегодня. Не очень понравился. А? Вот персиковый нам нравится. Ну, тогда не было персикового. Мама, а был только яблочный. У нас в Тюмени он не везде продается. Приходится брать то, что есть. А мне нравится. Нравится? Да. Мы тебе маленькую возьмем. Ну, ты яблочко любишь. Да, дай мне молочку. Ну что, спасибо, что были сегодня с нами. Покушали мы, конечно, знатно. Напоминаю, что это готовили мы, а завтра у нас будет доставка. Но какая, узнаете уже в завтрашнем мукбанке. Спасибо, до новых встреч, пока. Пока. Поцелуйки.